Всем привет! Вы на канале Пакша Лайф. Сейчас я нахожусь в Новых Ватутинках, около строительства нового строительства нового квартала 9-го. Вот здесь такие заборы. Я-то думала, что там уже началась какая-то стройка и котлован. И вот покажу вам, что там сейчас. По сути, просто здесь такая немножечко свалка. Вот, видите, что внутри. Просто огородили и навалены какие-то, не знаю, блоки. А, навалено то, что здесь раньше было вдоль дороги. Они просто это снесли в одну кучу. Так что ничего здесь даже не разрыто, и котлована даже не начали рыть. Никаких кранов, никаких конструкций, а квартиры уже продают. Так что вот так вот, друзья. Спасибо за просмотр. Пока.